Сегодня мы стали семьей спикерменов и получили невероятные способности. Выполняя безумные задания говорящей колонки, нам предстоит прокачивать свое обличие для того, чтобы стать самыми сильными в этом мире и пережить противостояние. Но получится ли у нас выжить в таком мире? Досматривайте это видео до конца, чтобы узнать, но мы начинаем. А что такое? Что такое? Открывай! Открывай! Ты зачем закрылся на ключ? Зачем ты закрылся на ключ? Да потому что дочь, я сплю, понимаешь, нужно спать. Вообще-то мы здесь живем вместе, а значит ты не должен закрываться в нашем совместном доме. А, понял. До свидания. Да, ты издеваешься? Чё ты вообще будешь меня? Объясняйся. Короче, я ходила на помойку и не спрашивай, что я делала на помойке. Нет, я не побираюсь. У меня есть деньги на нормальные вещи. Вот, видишь, я же одета, красиво одета. Это вообще-то абибас, вот. Да, какой абибас, господи? Что ты делала, во-первых, на помойке? И что ты меня тут будешь среди ночи? А, точно, я же была на помойке. Так вот, я, короче, лазю среди этого мусора. И смотри, что нашла. И что это за квадрат? Это что, колонка, что ли? Это колонка, вообще-то, это GBL-ка почти. Или не GBL-ка, написано Swoon. То есть, подожди, ты хочешь сказать, ты нашла колонку, которая издает странные звуки. И это все, что ли? Ну, мы в Майнкрафте, это лучше, чем ничего. Мне кажется, она сломана. Зато смотри, сверка. Тяжелый случай, дай мне эту колонку, дай я посмотрю. Может, там что-то это, что-то еще в ней есть. А если ты мне ее не вернешь? Да верну, обещаю. Клянусь своей оранжевой кроватью и всей морковкой, которая лежит в сундуке. Ладно, хорошо, забирай. Реально выглядит как обычная колонка, написано «говорящая колонка». Но чё-то я не слышал, что она говорит. Алло? Она не говорит, это какой-то обман. А я и не говорила, что она говорящая. Она издает забавные звуки. Дай мне. Так, дай я попробую тыкнуть. Оп. Не понял. Кто меня включил? Чего? Она говорит! Это Яндекс-станция! Да, это Яндекс-станция! Да какая Яндекс-станция? Ты издеваешься? Говорящая колонка! Да-да, говорящая колонка. А вы еще кто такие? Чего? Мы самые обычные люди! Вот, Флоска нашла тебя! Флоска, скажи, где ты его нашла? На помойке! Тебя, походу, выкинули, но ничего! Я тебя приютю, и ты будешь мне жесткий расколбас устраивать! Чего? На помойке. Кто посмел, ладно, неважно. У меня для вас есть просьба, и я очень щедро вас отблагодарю. Так, и нам дали задание, добудьте 3 редстоуна и 2 нити. Прикинь, она нам еще и платить будет. Подожди, а где отсек для денег? Из какого вообще фига нам колонка выдает какие-то задания? Я ничего не понимаю. Это нанотехнологии. Искусственный интеллект развивается. Какой искусственный? Ой, господи, ладно, ты меня запутала. Так, 3 редстоуна и 2 нити. 1 редстоун у нас есть, и 3 нити у нас есть. Так, на 2 тебе. Подозрительно это все. Да, это как-то очень... Подожди, а где у нас вообще в деревне помойка? Ты мне объясни, покажи. Нет, это моя помойка, да. Только я на ней побираюсь, понял? Я тебе не расскажу. Да не буду я на твою помойку лезть, просто покажи, где она. Мне просто интересно, вдруг эту колонку туда кто-то подкинул, чтобы запудрить нам мозги. А есть там еще одна колонка, не хочу делиться, это моя побираловка. Туда, не надо. Значит, не у тебя надо. Будет 2 колонки. Я не буду там еще брать. Все, погнали, покажешь. Пойдем. Так, и где? Я не знаю, где-то тут должна быть. В смысле, где-то тут должна быть? Она была вот тут вот, но почему-то ее тут нет. Она каким-то таинственным образом будто бы исчезла. Либо это был сон, но я побиралась не на этой помойке, а на какой-то другой помойке. Я не знаю, где она. Это как-то странно. Ты нашла колонку, забрала ее, и помойка пропала. Ладно, все, неважно. Нам нужно найти с тобой пауков. Нам не хватает одной нитки и быстренько сбегать за редстоуном. Потому что мне интересно, что вообще эта говорящая колонка придумала для нас? Вообще, это какой-то искусственный интеллект. Я же тебе говорила, искусственный интеллект, а ты мне не верил. Да верил, все, пошли искать пауков. Короче, в какую-то шахту мы спустились, я нашел редстоун. Так, там по... Сколько надо было редстоуна, я уж забыл. 3? Да, так, сколько у тебя сейчас? 2. Ага, еще нужен один. О, я вижу паука, это то, что нам нужно. Подожди, говорящий колоныч. Сейчас мы все найдем, только тут скелет, вали его. Я валю всех. Ты смотри, не помри только. Все, что будет, бубу? Потом, Фласка. Так, с него не выпало ни одной нитки. Пойдем еще немножечко редстоуна добудем. Во, подбирай. Иду. Так, мы, получается, мне нужно ниточек. Так, нужно перекусить, потому что Фласка защищает меня от скелета. Ребята, считайте, сколько раз Кречи сказал уже так.
Ноль! Вообще-то нет, два раза подряд так сказал. Ладно, я лук выбил. Все, паук, остался один паук. Фласка, осторожно, осторожно! Скинь мне одну нитку. На. Так, ниточка, привет. И, о, задание выполнено. Добудьте 3 редстоуна и 2 нитки. Так, ну чё, колоночка, мы все принесли, забирай. Ух, теперь мое самочувствие намного лучше. Теперь я могу исполнять жесткий бас. Да какой, он такого не говорил. Он сказал, что его самочувствие намного лучше. И давай свалим из этой шахты и уже дома поговорим с колонкой, потому что здесь слишком много монстров. Алиса, скажи мне, да. 2×2. Так, подожди, его самочувствие намного лучше. Так, Колоныч, а что теперь дальше? В общем, я необычная колонка, я думаю, вы уже догадались. И я могу вас усовершенствовать. Чего? Усовершенствовать? Фласка, ты где эту колонку вообще достала? Она, по-моему, глючит. На помойке, говорю же. Там было кучу хлама, были объедки, был бананчик, были шпроты. Вот, шпрот воняло просто омерзительно. Ладно, допустим, все, пошли домой. Так, колонка, ты объясни вообще, что значит усовершенствовать? Фласка, она по-любому глючит. Да не глючу я, глупые людишки. Я могу сделать из вас таких существ, что вас будут бояться все. Колонка, я вообще-то не хочу, чтобы меня боялись, понимаешь? Ладно, вас не будут бояться, вы просто станете сильными. Нищебродами, ладно, он сказал сильными. Ай, Фласка, все, и что нужно сделать для того, чтобы мы стали сильнее? Покажите свою силу, одолейте по железному голему, и тогда поговорим. Да куда ты убегаешь от меня? Я хочу на тебя смотреть. Подожди, нам получается нужно 2 железных голема, и колонка каким-то образом сможет нас усовершенствовать. Звучит как полнейший бред. Я знаю, что будет. У нас на плечах, короче, будут 2 здоровые джибель колонки, и мы будем чисто знать. Фантастик, фантастик. Тяжелый. Ребят, нужно Фласке это, таблетки от шин. Напишите, чтобы она выздоравливала в комментариях, потому что это не дело. А напишите Скретчику, чтобы он перестал говорить так, так, так и вот так. О, я вижу голема. Сейчас я с ним разберусь, погнали. А вы главное, чтобы еще поняли, ты убила. Я убила, да, это я. Подбирай, теперь мне нужно убить голема. Че? Выпустите меня, у меня нету кирпича. Ладно, ладно, выходи. Так, а вот это мой голем. Фласка, вот я тебе говорил всегда, дорубай дерево до конца. Зачем ты кусок дерева срубила и все? Здесь все проблемы какие-то, не до конца, но срублено и чё? Да, все нормально, дай мне дерево, пожалуйста, я хочу подстроиться под голема. А я не знаю, надо подумать. Ладно, вот это тебе. Еда! Ты чё за разводиловка на лайке? Какая разводиловка? На тебе половину, все, погнали, строимся под голема. Так, и бьем его. А, ты можешь не строиться, он только на меня напал. Только смотри, чтобы я его убил. Давай только я его буду бить. Можешь отходить. Давай. Ща, големчик, погоди. Ща. И последний удар! И последний! О! Задание выполнено! Убейте железного голема. Так, Эд Колоныч, мы, в принципе, твое задание выполнили. Че теперь дальше? Я так и думал. Вы очень слабы. Сейчас исправим. Да какого фига вообще? Колонка, ты что творишь? Готово. Теперь любые мобы будут как пыль на вашем пути. Мы стали слабой спикерменами. Колонка, это, конечно, все круто. И что нам делать дальше в теле этих обличий? В вашем распоряжении есть много звуковых волн. От самых безобидных до самых опасных. Вам нужно разобраться, что и как работает, и свести с ума 10 мобов. Так, а ну пойдем, Фласка, сейчас будем тестить, что мы умеем. Так, кнопка раз. О, я могу вырастать в размерах. А я ничего не могу. Да попробуй. Нифига себе, ты гигантская. Так, ладно, допустим, что я умею? Привет, овечка. Ой, о! Подожди, эта кнопка... Во, эта кнопка сводит с ума мобов. Я ее знаю. Смотри, теперь эта лошадка самая безобидная. Куда? Она меня везет куда-то. Фласка все нашла кнопку, как сводить с ума мобов. Но, смотри, мы когда их звуковой волной убиваем, из них предметы выпадают. Предметы? Отбиваемся. Фласка уже штаны где-то нашла. Так, еще кнопка есть, а ну-ка. О, я эту корову убил случайно. Ну ничего страшного. Вилка, теперь есть чем хавать, салат нужен. Да куда хавать? Так, у нас, между прочим, задание. Свести с ума 10 мобов. Давай, лошадь, беги. Фласка, подтолкни. Не в ту сторону. А в какую? Сейчас. Да не двигай, да ешкин ты. Ладно, я понял, тяжелый случай. Я просто буду ходить и сводить с ума мобов. Потому что это задание, которое дал
нам колоныч. И вообще, как самая обычная говорящая колонка сделала из нас вот этих колонкоменов? Не знаю, но, видимо, она необычная. О, рыбки! Сейчас рыбок тоже загипнотизирую. Так и тебя, братан. Я свел с ума уже кучу рыбок. Блин, жалко, никакого счетчика вот этих вот оглушений нету, потому что я не понимаю, сколько я уже мобов оглушил. Ты мне тоже оставь всех на моем пути сносишь. О, все, задание завершено. Сведите с ума 10 мобов. Это было слишком просто. А теперь убивай! Тихо! А вы быстро учитесь. Молодцы. Я хочу вас улучшить и сделать еще сильнее. Но пока у меня нет тела, это будет сделать очень сложно. Чего? Что значит пока нет тела? Меньше вопросов. Для улучшения мне нужно 12 красных красителей и блок железа. Так, хорошо. Слушай, а вот вопрос у меня такой. А ты улучшишь кого-то одного из нас? Если да, то кого? Это решит судьба. Сыграйте в камень-ножницы-бумага. Кто победит, тот и выполняет задание. О! Ну, в принципе, звучит несложно. Давай этот, напишем камень-ножницы или бумага на счет 3. Давай! Готово? Да! Раз, два, три! Пам! Ты издеваешься надо мной? Давай еще раз. Ну ладно, давай еще раз. Так, я написал. Раз, два, три! Пам! Да, ёшки, ты кот, да ты задолбал! Всё? Ладно, так же быть, ты выполняй задание. Не, давай, ну, я хочу, чтобы ты его выполнила. Потому что мне страшно, что это говорящая колонка какая-то. О, кстати! Ты Рэш еще и боится. Мы похожи с этим колонычем, посмотри. О, дайте я сравню, его лицо и твое. Да, колонка. Да, только это какая-то мини-колонка, а я уже, колонка Макс Плюс. Во. Понял, так, все, я написал еще раз, давай на счет 3. Давай! Раз, два, три! Вот. Последний раз, все, я узнаю точно, будет все нормально. Готово? Давай. Раз, два, три. О, ты правильно сделала. Я не хочу ничего делать, сам делай. Ну смотри, там не сложно. Нужно 12 красных красителей и железный блок. Железка у нас есть дома. Красный краситель — это просто миллион красных цветочков, которые растут на лугу. В принципе, ничего сложного. Да, да, так а какой смысл? Зачем тогда ты все это подбираешь, если ты хочешь, чтобы кто-то из нас это сделал? Так я с тобой поделюсь. Не поделишься, ты мне все отдам. Я все отдам. Ну, этот, колонка сказала, что выполнит задание лишь один. Поэтому я тебе все отдам. Ну ладно, у меня уже 6 красителей. Неплохо, неплохо. Кстати, мы там 2 големов убили, ты ж кучу железа подобрала. У меня 8 железа, да. О, одного железка не хватает для того, чтобы сделать нам железный блок. Ну, как раз таки это все есть дома. 4 железа дома, все, беги сюда. Бегу. Так, Фласка, сколько у тебя мака? 6. Так, еще 4. А не хватает 2 получается? Ну, выходит, не хватает 2. А, нет, да, ну, если нужно 12, то да. Так, вот, я еще один нашел. Привет, красный маг. На, Фласка, это тебе. Я охочусь на шмеля. Да, бам! На какого шмеля ты там охотишься? Скрытие, меня хотят сожрать, меня хотят ужалить. Да никто не хочет ужалить, все нормально. Так, остался один маг. В принципе, ничего сложного, только я проголодался. Где моя морковка? Нормальной еды не хочешь похавать? Нормальной еды. Не, спасибо, я только морковкой питаюсь. Она, между прочим, 1.5 голода восстанавливает, а это много. Только морковкой питаться вредно. Нужно, разнообразный рацион иметь. Мы в Майнкрафте. Все, вон последний красный краситель. Это то, что нужно. Сколько у тебя железа? У меня 9. Уже 9? Ой, нет, 8. А. 8. На один кусочек и крафти железный блок. Ага, крафти. Верстаки. А где верстак? Скрафти. Крафти. Нет у меня дерева. А у меня есть. Ладно. Крафчу. О, крафти. Оп, бамс. И делай железный блок. О, задание выполнено. Да будет 12 красных красителей и железный блок. Ну все, колодыч, мы все сделали. Вот оно, еще пару мгновений. Я ничего не вижу, господи, Фласка! Итак, я сделал тебя сильным. Теперь мне нужно тело. Тело? Колонка просит тело. О, а ты больше, чем я. Ну, это понятное дело, я все-таки спикермен титан. Ну да, а я тут просто спикермен длинный, который. Так, в смысле тебе нужно тело? Знаешь, у меня подозрение, что он нас убьет, когда у него появится тело. У тебя нет такого подозрения? Нет, он просто-напросто может занять либо твое, либо мое тело. Но так как я круче, возможно, мое. Подозрительно. Так, колонны. Скажи мне, а ты нас не убьешь, когда обретешь тело? Нет, вы что? Вы же мне поможете. Фласка, надо подумать. Выкидывай его вон туда, вот, и поперли домой. И на этом хватит. Выкидывай его, придумала. Так, подожди, а у тебя какие-то новые способности, может, открыли? О, алмазный меч. Только пока мы колонкамены, мы с тобой можем вообще кучу вещей нафармить. Так я не думаю, что мы превратимся обратно в себя. А мало ли, что этот колонкамен, точнее, просто колонка замышляет. О, на, твоя морковка выпала. А,
Спасибо. Так, ладно, колонка, мы подумали. Ого, какая гигантская морковка, это мне надо. Колонка, мы подумали. И в принципе мы решили, что да, мы тебе поможем обрести тело. Я в этом не сомневался. Задание заблокировано. Для разблокировки наберите 17 тысяч лайков. Да куда? Я хотел посмотреть, как он выглядит с телом. Ну, видимо, не судьба. Лайки нужны, ребята, с вас лайки, ибо без вас мы не сможем посмотреть, а какая колоночка будет с телом, такая же, как мы, либо какая-то необычная. И у него по-любому будет интеллект, и меня, если честно, это пугает. Ну, а, ребят, 17 тысяч лайков, и выходит вторая часть, чтобы мы узнали, как выглядит вот этот вот говорящий колонка. Ну, а на этом, я думаю, можно закончить этот безумно крутой выпуск. И если он вам понравился, то обязательно влепите лайк, ну и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Ну, а с вами были Флосочка и Скретчи, всем удачи и пока-пока! Пока-пока! Все, я пошел домой, у меня этот, провода почистить надо. Ужас, мне тоже надо.